Привет, дорогие друзья, вы на канале RusFPS, и сегодня у нас все-таки появилось это чертово событие Карнагол, карнагольная лихорадка. Заходите в игру ежедневно, чтобы получать белые маски или маски Карнагола. В общем, я уже посмотрел видеоролик Дима Тепло про это событие, но для своих подписчиков я решил сделать отдельный видеоролик. Значит, заходим в это событие, здесь есть 4, так скажем, секции, как играть, ну как играть нам это не нужно, вот, потому что я уже понял, как играть. Заходим основная, маскарад и хлопушки. А в маскараде, как я знаю, мы будем играть в тренировки и собирать различные маски. Значит, ну вот, например, прошли одну маску, получили две маски, получили три маски, получили... либо любая хлопушка. Также мы можем получать эти маски, энергию Карнагола за просмотр видосиков, ну рекламы, и за 75 тысяч монет мы можем получить 6 единиц энергии Карнагола, так скажем, валюты. Далее у нас есть парады различных лиг, это топ-5 лиг, я так понял, Италия, ну и так далее. Здесь очень крутые игроки, но уже посчитали, что максимум можно будет взять 93-го, и вот если у меня получится взять Балотелли, то, ну, я думаю, что это будет как минимум неплохо. Это будет прям, ух, как круто. Вот. Ну, либо Берарди, который быстрый, мощный, жесткий, и у него есть эластика. Вот. Он мне тоже не помешает. А вот 97 посчитали, что потребуется, ну, зависит от удачи, но в среднем 5000 вот таких вот кристаллы, изумруды, или как это, но не FIFA Points, а именно кристаллики. Вот у меня их 5000, например, как раз таки. Вот. Мы проходим события, матчи. Чтобы сыграть один матч, нам нужно 12 вот таких вот масок. Далее еще 12, но здесь уже нужно, чтобы состав был минимум 70, и чтобы было один итальянский игрок. Тут 80 и один итальянский игрок. С ума сошли, что ли? 80 и один. И... не, до свидания. Вот, тут уже 86 и 3. Ну, в общем, это событие уже для тех, кто к определенному. Тут уже 4 события, 4 итальянских игрока нужно. Ну, я так понял, что это событие не для меня, потому что у меня состав, рейтинг 70. И если мне повезет, я смогу взять вот Мансини. Но, ну, смотрите, у меня тут... я могу одного итальяшку купить, так скажем, и у меня будет... тут сколько событий-то идет? Сейчас мы посмотрим, сколько оно идет, и посчитаем, смогу ли я хотя бы одного купить. Вот, здесь тут есть Франция еще. Надо, чтобы игрок атаки был. Вот, ЛП... Сен-Максими, вот он мне как раз... 113 скорость? Ну, я говорю, вот он мне как раз и подойдет. На обзор вообще будет топ. Вот здесь событие открывается через 6 часов. Вот. Значит, тут требований нету. Так, я так и не посмотрел, сколько длится событие. Мы с вами и как раз-таки посмотрим, что смогу я получить и что сможете вы. Если у вас есть состав 90 и у вас есть деньги, ну, так скажем, это валюта, монета, чтобы приобрести игроков, там итальянцы, французы, те же немцы, то, конечно же, играйте, но это будет затратно. Далее, ну, вот что тут здесь еще можно... я так понимаю, так, остальной мир откроется через 8 дней, я посмотрел, это событие будет длиться 14 дней. Так, в остальном мире у нас тут Шадли, ну, у него скорости вообще нету, а мне нужны скорости, это же FIFA, ё-моё, как тут без скорости-то? Сейчас посмотрим еще на бразильцев, что здесь у нас в Бразилии происходит. Здесь у нас защитник, он мне не нужен. Если вы будете круто играть, то, конечно же, 93 вы уцепите. Конечно, уцепите. Я предлагаю вам брать страну... надеюсь... вот, Бернат. Но Бернат вряд ли нужен. Что еще? Уильямс. Слушайте, но... вряд ли, я говорю, вряд ли. Вот сейчас мы посчитаем на примере Испании.
Я не знаю, напишите в комментариях, можно ли начинать не проходить Италию и проходить сразу же, например, Испанию тоже. Сейчас еще Германию посмотрим и посчитаем заодно. А вот, например, мне нужен этот Херман. Нет, Херман мне не нужен. Мне нужен этот итальянский. Ну вот, например, мне нужен большой Балотелли. На него нужно 1500 очков. И его можно брать, например, не то, что сначала этот, потом этот, а сразу же его можно уцепить, так скажем. И смотрим. Тут мы получаем... Вот, допустим, у меня 70, я покупаю одного итальянца. Допустим, бронзового или серебряного. 36 плюс 48, это у нас 30 плюс 70, 30 плюс 40, 70 плюс 86. 86 умножаем на 10, это будет 860. То есть уже 100% мы забираем Мансини. И 86 мы умножаем на 5, это у нас 400. Плюс 430, 860 плюс 400. Так, 860 плюс 430, это будет 1290. По-моему, правильно сказал. 1290. Получается, если я такой нубас, что у меня рейтинг 70, я не смогу получить Балотелли. И для тех, сразу же говорю, у кого плохой состав, посмотрите, кто, как вы знаете, на рынке ценятся те, у кого, в общем, на рынке ценятся игроки атаки. Вот. А игрок атаки у нас это Сен-Максим. Ну, потому что больше нету, вот, еще раз, давайте пробежимся быстренько. Вот. Ну, конечно же, если вы еще, у вас получше состав, но тут нужно уже покупать, например, два игрока. Тут еще плюс 60, конечно же, если тут еще будет плюс 60, значит, это, конечно же, мы умножаем примерно. Короче, вы получите 2000. Приблизительно 2000, там еще плюс 800 с чем-то. И, следовательно, вы сможете получить какого-нибудь, не знаю, Уильямса, ну и так далее. Вот. И остальные 500 вы... и остальные вот эти штучки вы сможете потратить, например, на монеты. Монет там примерно 2-2,5 миллиона, точно сказать не могу. Я опять в Испанию зашел, зачем мне? Ну вот как мы уже поняли, определились, что если мы бичим, то мы берем либо... мы берем либо вот того француза рейтинг 88, потому что, ну, кого еще? Либо Шадли, но скорее всего, учитывая его скорость, Шадли будет, ну, такое себе, потому что тут 100, тут 94, так. Тут 94, а там целых 111, там такой юркий парень, такой оп-оп-оп-оп, всех офиншу и все, и до свидания. Поэтому, ну, вот только этот парень и все. Ну и, в принципе, там 1200, я посчитал. То есть, в принципе, 1286, то есть, в принципе, можно так подсчитать, чтобы получить и, допустим, Максима, ну, Сент-Максими, да, и какого-нибудь игрока... из, ну, та же Италия, допустим. Какого-нибудь игрока из Италии. Следовательно, какой-нибудь, вон, Мансини. Тоже 600. Нам, в принципе, хватит. Но лучше играйте, начинайте сейчас и не пропускайте ни одного, так скажем, события. Ничего не пропускайте. И тогда вы сможете урвать два игрока. А это приблизительно от 1 миллиона. Ну, я такой себе по котировкам. Вот. Это приблизительно. Ну, допустим, они будут стоить минимум 500. То есть это минимум миллион. И максимум. Ну, это самый максимум. Ну, может, я говорю среднее значение, сейчас вы меня поправьте, но максимум за двоих это 1,5. Ой, 1,5. Максимум за двоих это 3-4 миллиона. Вот. Ну, в принципе, я все вам рассказал. А, Пирло. Пирло. Вы его 100% не получите без доната. 100% без доната вы его не получите. Вот. Вы сможете получить, вот я вам сказал, если вы нуб, то вы сможете получить только вот это. Если вы про,
То есть, если у вас минимум 80, и вы два каких-то игрока купите, то, вот я сказал, примерно 2000. В принципе, так и будет, если вы все время будете играть. А 2000 это у нас что? 2000 это у нас один игрок за 600. И... так. И там за полторы получается 200. И если вам повезет, и у вас будет примерно 200, то вы прям вот будете в шоколаде, в принципе. Ну, вы можете, конечно, взять монеты, но монеты, ну, там... это только на остаток. Если у вас что-то останется, например, то вы можете брать монеты. В принципе, я все, что мог, вам посоветовал. Конечно же, опирайтесь в основном, ну, точнее, думайте своей головой, опираясь на мои советы. Не нужно делать прям так, как я сказал. Вот. Я сказал все примерно. Вот. Ну, в принципе, можете меня за обзор события отблагодарить лайками и подпиской, если вы еще не подписаны. Вот, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, которые практически каждый день выходят на моем канале. Вот, ну и все, что еще можно сказать. Всем пока, а я пойду урву Максими и сделаю на него обзор. Вот я реально в конце, например, либо разбор полетов сделаю, либо, ну, знаковое событие, предыдущее событие было полное говно, я не смог ничего выбить. Просто 8 очков, даже 12 очков не заполучил. Полный бред, без доната. Вот. Ну, если Сен-Максими получу, и еще, может, какого-нибудь, если там 1290, а там по 600, то, в принципе, можно спокойно получить два игрока каких-нибудь и одного... и там остаток слить на монеты. Вот. Ну, все. В принципе, ну, уже все, что нужно, сказал, поэтому всем пока.